Всем привет! Меня зовут Таша, и вы на канале «Вкусный уголок». Сегодня хочу показать вам простой, доступный, но очень вкусный салат. Для его приготовления я взяла две сырые морковки. Весом они у меня вышли на 355 грамм. Морковку я почистила, помыла и теперь потру ее на средней терке. Сюда же к морковке натираем 5 отварных яиц и 150 грамм вкусного твердого сыра. Теперь сюда к этим натертым ингредиентам добавляем небольшой пучок зеленого лука, чеснок по вкусу у меня 3 зубчика, соль у меня здесь 1 треть чайной ложки, немного черного молотого перца и заправляем майонезом примерно 3 столовые ложки. Вот такой интересный и очень вкусный салат получился. Сверху для красоты я его еще присыпала кунжутом. Так что, если вам понравился рецепт, обязательно попробуйте приготовить. И подписывайтесь на мой канал, потому что впереди еще очень много вкусного.